Сезон тюльпанов в Нидерландах в самом разгаре. Ровные фиолетовые, красные, розовые и желтые поля мозаикой покрывают десятки гектаров от Харлема до Гааги. А центральным местом для созерцания красочного буйства считается Королевский парк цветов Кёкенхоф. Он находится в городке Лисе в 30 километрах от Амстердама. Здесь любители цветов могут увидеть прекрасные композиции, которые включают не только тюльпаны, а также гиацинты, нарциссы и крокусы. Высадку более 7 миллионов цветов начинают еще в сентябре. 40 садовников работают 3 месяца, чтобы охватить всю площадь в 32 гектара. Период цветения продлится около 2 месяцев с середины марта по середину мая. А в этом году тема выставки в Кёкенхофе «Романтика в цветах». Вы увидите много красных и розовых цветов, высаженных в форме сердца, а также другие композиции. Романтика и цветы – понятия неразделимые. Каждый год парк посещает более 1 миллиона туристов. Этот сезон не будет исключением. В Кёкенхофе много озер, водопадов и каналов. Последние открыты для лодок, в которых возят посетителей. В парке также можно подняться на мельницу, чтобы осмотреть все композиции сверху. На визит в парк лучше выделить целый день, ведь здесь есть несколько тематических оранжерей, ферма домашних животных, английский чайный павильон и развлекательный комплекс для детей.